Так, вот ваш блок управления, вот он подключен к питанию, ну вот 300 миллиампер, это только питание и коншина, мотор у вас D6CC, вот, D6CC, теперь смотрим сюда, все спокойно, он подключается, беспроблемно, вот все ошибки, смотрите, в истории я вижу только три ошибки. ЕГР, низкий вольтаж напряжения и датчик входящей температуры. Интейк Air Heaters. А, подогрев. Подогрев. Камер сгорания, либо входящего воздуха. Не знаю, что у вас там стоит. Что касается, когда выскочили, могу сказать только примерно. Ну вот если мы возьмем ту ошибку, которая у меня выскочила сейчас, вот, например, Engine Hot Lap Output, например. Вот видите, она выскочила, ну вот, моточасов сейчас, на данный момент, там, ля-ля-ля, 656. Когда вылетела по ЕГРу, вы запомнили, 656, она вылетела 536. То есть это 100 часов назад. Ну, 100 часов работы двигателя. Не назад, а 100 часов работы двигателя. Но это, грубо говоря, 4 дня. Если она работает 24 часа в день. Если она работает по 10 часов, то это 10 дней. Но эта ошибка, она есть. И, по ходу дела, здесь ЕГР не удаленный. Он как был, так и есть. Ошибка по ЕГРу висит. Для него эта ошибка критичная. Вот у вас из-за этой ошибки, скорее всего, и потеря мощности. Не уверен я, что блок неисправен. Он у меня включился сразу. Проблем с ним никаких вообще. Но я не вижу, по крайней мере. У них основная проблема — это то, что не включается преобразователь. Ошибка по форсункам идет. Вот. Либо по одной, либо по нескольким. Либо по всем. Но у вас в помине такого нет. Как бы вот. Вот так.